Сегодняшнее видео о том, как я делаю домашний йогурт с вечера, а утром он уже готов. 350 мл молока я подогрела до температуры около 40 градусов. Перелить молоко нужно в какую-то форму, которую будет удобно плотно закрыть крышкой. Теперь добавляю столовую ложку самого обыкновенного несладкого йогурта. Кстати, обязательно должна сказать, что молоко у меня пастеризованное. Далее хорошенько перемешайте, чтобы весь йогурт растворился. Теперь закрываю плотно крышкой и обязательно заматываю в полотенце. Оставляю на ночь просто на столе, никуда специально убирать не нужно. И вы только посмотрите, на утро у меня получается замечательный вкусный домашний йогурт. Все очень просто, попробуйте приготовить. Если вам понравилось мое видео, обязательно напишите в комментариях. Ну а я, как всегда, желаю вам приятного аппетита и хорошего настроения.